Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. Номер 1092. События дня. Псалом 114, 1. Я радуюсь, что Господь услышал голос мой, моление мое за 12 декабря 2018 года. Сегодня 13 уже. Наше объявление под роботом. Просто прочитайте, затормозите. Вы можете поучаствовать. Наталья пишет. Спаси Христос Екатерину. Она так похожа характером с одной верующей, болгаркой, учительницей по математике. Я с ней так хорошо ладила, она одна и замуж так и не вышла. Любила ей помогать, а она, что знала, учила меня, как правильно креститься, молиться. Очень простая. Когда слушаю Екатерину, то вижу в ней эту учительницу. Нравится она мне. Простая, скромная, такая, как есть. Это Наталья Усатая. Юрий Соболев. Спаси Христос. Даже неловко как-то. Ну, там сказали, дескать, вот он относится как к отцу и прочее, к вам. Беседы наши записали мы о Солженицыне. Это милость Божия. Жить в одно время с вами, Игнатий Тихонович. И его неизреченная щедрость. Иметь с вами радость общения, как с именно так, с духовным отцом. Образец же для меня настоящего сыновничества – это Володя, которого за кротость, отзывчивость и ревность по-братски очень люблю. Поклон и мир вашему дому, храни вас Христос. Вот все слышите? Всем вам поклон. От Юрия Соболева. Вчера спрашивали про Наталью, где, чего. Я взял, выставил ролик с нашего форума. Приходько Наталья Николаевна. Николай пишет. Сразу отзывы пошли о Наталье. Совсем мало видел с ней роликов, а впечатление о ней очень хорошее. Такую супругу только Господь может дать. Татьяна одна пишет. Тут зашла она и потом вышла. Да немного. Дала согласие. А теперь что-то муж там ей не так говорит. Но я-то при чем? Пишет. Уже возникли проблемы. Уже шлют видео все. Ну, прям все. Ну, это... Мне не нужна огласка, и звездой Ютуба я не собиралась становиться-то. Вы создали мне большие проблемы. Вопрос, чего, какие слова проблемы? Она даже не знает, что это слово, терпеть не могу. Вот что, ну дальше, прочитайте просто. И, к сожалению, не всегда вера приводит к добру, как в моем случае. Ну, я-то при чем здесь? После вашего канала у моего мужа крыша съехала еще больше. Такие проповеди не всегда бывают всем полезны. И наши отношения пошли под откос. Он предлагает разводиться. И зачем мне нужны такие каналы? Извините, но мы не живем в общине. Мы живем в миру, и, кстати, он тоже от мира-то отказываться не собирается. Но одеть на меня платок двойной и платье в пол... Он не против. Извините, но если я приду в таком виде на работу, меня в психушку отправят. Вот это да. Я так и понял, что это вот это вот. Я не покорилась. Отсюда у меня такие слова идут. Муж виноват, муж виноват. То есть муж стал заявлять права мужа, и, видимо, так, что полезно для одних, то вредно другим. Ну, смирись. Надень платок, выгонят, то другое. Ну, разведусь, но платок не надену. Вот эти... как получается. Еще много чего набрался от вас. Но для нас, мирян, это нереально. Тогда надо лечь и умирать. А самоубийство, между прочим, это грех. Вот что попало, плетет баба. Но ему это выгодно. Это, конечно, от ревности. Ему выгодны все ваши обряды, ходить в паранже. Как вы себя представляете? Я приду на работу в городе в таком одеянии, как ваши женщины. И по Евангелию у меня есть вопросы. Но мне только непонятно, почему должна выставлять свою жизнь на показ? Ну, отсюда ответ. Да не выставляй, не заходи. И кто тебя приглашал тут или что? А вы, если как христиане, должны помогать, а не ставить условия. Вот она уже на меня наседает.
пришла ко мне, у меня правила такие, условия. Любовь у Бога, она безусловная. А при чем тут любовь Бога? И на вашем бы месте надо бы меня выслушать-то и поговорить с моим мужем, и попытаться помочь сохранить отношения. А вы еще подлили масло в огонь и выставили видео. Надеюсь на то, что получу ответ. Можно сделать и видеообращение. Оно, правда, короткое, но ничего. Можно сделать и два, и три. Заранее благодарю. Надеюсь на ответ. Ничего отвечать я не буду. Я вижу, нельзя трогать никак. Вот один пишет. Под это имя, фамилия, отчество, видимо. Игнатий Тихонович, здравствуйте. Очень прошу молитвы и совета. Я ищу свое место в деле Божьем. Ранее иногда говорил на работе о Боге, но это было что-то сродни. Бог есть. Мой отец предупредил меня тогда, что бы я этого не делал. Отец с маленькой буквы надо писать было, он с большой написал. Я стал заниматься словом и гораздо больше уделять этому времени, истинно поститься с Божьей помощью. И так дивно стал читать слово на небольшом собрании людей-то. И стал говорить на работе, что написано в Писании, и как это толкуют святые отцы. Тем более, что люди задавали вопросы. Иногда я сам, конечно, наводил их на размышления. Отец пригрозил мне, говоря, что я его позорю, мол, чтобы я этого больше не делал, кричал очень сильно. Я не знаю, почему, но меня сразу после того переполнила благодарность Богу. Даже заплакал. Странно, объяснить пока не могу. Так вот, какой вы дадите совет? Покинуть отца? Ведь я живу с родителями. Как сказано было, ведь мне явно преграждают в благодетели. Благовестие. Покориться ведь никак нельзя. Должно здесь больше повиноваться Богу, нежели человеком. Да пребудет с вами Господь. Хвала, честь и поклонение Отцу, Сыну и Святому Духу. Аминь. Ну, что я могу сказать? Терпи, поговори, наладь отношения. А если будет выгонять, ну, то тут что есть. Вот. Рустик Гусейнов пишет, гуру. Игнатий Тихонович, мир вам. Как быть мне, если ничего не получается в Италии с работой? А мать настаивает на том, чтобы я учился в университете. Учиться просто так, без работы, сидеть у матери на шее в 30 лет я не хочу. Так он врач, у него уже и так высшее образование. Что делать? Возвращаться домой? Дайте свой мудрый совет. Я всегда искал в Библии поддержку и опору для души, искру, из которой разжигал я пламя. Но, увы, порой не в силах я войти под благодать Господню. Больно грешен я. Ну, ответ какой тебе? Вернись домой, живи здесь. Учиться сам решай. Я как могу решать? Все в тебе. Как муж и говорил, в тебе. Симон один пишет. Игнат Тихонович. Если это вы там на том конце, а не помощник, то пожелание вам быть всегда в Духе Святом и не расставаться с ним никогда. Здоровья вам, пусть Бог позволит быть. Ну, слава Богу, Симон, благодарю. Видно, что такие слова может сказать только пятидесятник. Православный никогда не скажет. Николай Б. пишет. Вы говорили, что не обрезаете видео, как есть, так и выставляете. Однако наш разговор по скайпу-то обрезали. Почему? Что обрезал, где понятия не имею. Не обрезал, но я не говорил, что никогда не буду обрезывать. Бывает, в конце человек там или где-то. Я не говорил, что не составляю ничего, как есть, выставляю. Это система. Обрезал, я смотрю, ничего нету. Бывает, не запишется, пропадает ролик. Сколько раз уже разговоры пропадали. Ну вот, это что было. Главное, в вчерашнем дне это приезжал, чуть не сказал, апостол Павел. Да не апостол Павел, а Павел приезжал, Ермоленко, из города Камня на Оби. Ну, я его сразу записал, когда он позвонил на улице, начал его записывать, стоит у калитки. Как зашел, беседовали, сейчас 25 минут. А потом он в город пошел днем, вернулся, я его еще раз записал относительно епископата его. Я говорю, кому ты прислонился-то теперь-то? Он, а я в сербскую церковь зашел. Вот это да, охватил. В сербскую церковь. Да как ты их нашел таких? И тут я никогда и не думал, что что-то такое есть. Ну, вот так. Вот наши. Это все надо записать. Время много ушло на это. Вот. Это мой мир. Очень богатый. Вот. Ленточный. Ну, форум наш. Форум. Сколько вчера можно посмотреть зашло. Вот так. О, пошло.
315 человек. 315, вот. Ну, остальное, это что тут смотреть? Просмотры роботами. Вот роботы вчера посмотрели 909. Позавчера 1812 раз роботы зашли. 1800, а тут сразу в два раза меньше. Роботы разносят наши данные или как, я не знаю, но роботы тоже заходят. А нужны они или нет, тоже не знаю. Но, видимо, нужны. Ну и вот наш видеоканал. 28527 подписчиков, 28 042 740 просмотров. По 28 цифру запомнить надо. Это интересно. Второй день. События дня выставляю, их нету. Посмотрю, у Володи есть. Он подошел мне и говорит, а вот здесь, если ткнуть, владелец. Кто вот, я ткнул владелец, а теперь внизу гость. Вот я нажал на гость, она открывает в другом варианте. О, а тут события дня есть. Вот они. То есть везде есть, а от меня прячет. Вот это для меня вообще непонятно. Как это так может она сделать? А тут вот это номер 2, Иева 4211. Заменял несколько раз надпись. На одном только надписи не меняет. Ни обновления, ни перегрузки ничего не дают. А сегодня помолился еще и заменила надпись. Ну, не хотела надпись ставить, а там так. Я сначала метил их коротко. Во свете Библии. Наш большой православный библейский сайт. Вчера было, были занятия. И сразу выставляет некоторые. А я сам себе записываю. Ну, вчера посмотрел, мои записи оказались лучше. До этого были хуже, а стали лучше. Я другие скачиваю, и потом смотрю, как они выглядят. Вот такое дело. Это не просто так. Надо сравнять один с другим. Зову Володя, иди, послушай, какой лучший вариант записи-то. А там только поговорили, только занятия прошли, сразу же выставили они. Как это они так умудряются, не знаю. То есть не знаю, да и все. Ну и все на этом на сегодня.